Джулио Санторо, итальянского специалиста, коллеги называют врачом номер один в области колоректальной хирургии. Инновационные способы диагностики болезни, методы лечения. 29 марта экс-президент итальянского общества колоректальных хирургов приехал в Рязань с мастер-классом. Это несколько иной мастер-класс. В настоящее время хирург, который оперирует различные болезни, должен не только умело оперировать и диагностировать, но и владеть какими-то еще методами исследования. В частности, вот Джулио сам делает УЗИ, сам делает МРТ, расшифровывает снимки. Поэтому, чтобы быть, как говорится, в тренде, идти в ногу со временем, современный хирург должен владеть обязательно хирургическими способностями на высоком уровне, самому делать УЗИ на профессиональном уровне и расшифровывать снимки МРТ. То есть он должен быть и диагностом хорошим, топовым и хирургом. Помимо этого, Джулио Санторо провел 4 операции. Все пациенты – рязанцы, и у каждого диагностировались ВИЧ прямой кишки. Операции прошли в прямом эфире, то есть они транслировались на экран в конференц-зале, и Джулио комментировал каждый свой шаг. Одна такая операция продолжалась от 30 минут до часа. Если возникали осложнения, то операция могла затянуться и до 2 часов. Развитие технологии, конечно, поможет нам улучшить результаты лечения заболевания колопроктологического профиля и получить большие преимущества в послеоперационном периоде. Я занимаюсь развитием такого направления в диагностике колопроктологических заболеваний, как 3D-ультразвук, и эта технология может существенно улучшить результаты хирургического лечения. Мастер-класс итальянского специалиста прошел в рамках научно-практической конференции «Современные технологии в проктологии. СВИЧ прямой кишки». Ее участниками стали врачи, ординаторы и студенты. Дмитрий Хубезов рассказал, что способы лечения СВИЧ в мире практически одни и те же, но важно порой сверять часы и проверять, в каком направлении ведется работа. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».